Обсуждали ключевые вопросы сферы информационных технологий. Приоритетной задачей стала реализация на территории края федеральной программы «Цифровая экономика». Она предполагает внедрение IT-технологий во все сферы экономики, в том числе и в ключевую для региона отрасль – сельское хозяйство. Эксперты подчеркивают, сегодня информатизация агропромышленного сектора региона составляет всего 1%. Цифровая экономика. Я бы сказал все-таки, что это понятие условное, подразумевающее, что все современные достижения развития цифровых технологий, информационных технологий, все современные достижения в области связи, переработки, хранения, передачи информации используются в самых наших обычных, привычных областях жизни. Для успешной реализации в крае федеральной программы может понадобиться новое ведомство, которое и займется развитием IT-отрасли. Над созданием Министерства информационных технологий Виктор Томенко обещал подумать осенью.